В Йошкар-Оле гости. В Мариэл проходит экспертный тур Российского союза туриндустрии. Его главная цель – оценка туристического потенциала региона и определение перспективных точек роста. Что мы видим? Это сам город, уникальнейший город. Можно как угодно к нему относиться, много спорить об архитектуре, но он уникален. То есть сам город Йошкар-Ола. Второе – это, конечно, самобытность конфессиональная в Мариэл. И это крайне интересно, потому что другой такой республики у нас нет. Это большой участок Волги, достаточно обширный, интересный. И поэтому у нас здесь есть руководитель комиссии круизного речного путешествия. И он очень много тоже смотрит глазами судовладельца и судозаходов. Есть представители тех, кто занимается детским туризмом, соседние регионы. Это крайне важно, потому что, конечно, сначала идет охват соседних регионов в турпотоках. И я думаю, что если посмотрим на статистику, пока не видела, но уверена наверняка, что соседние регионы превалируют. Это правильно, это хороший подход. Но мы будем смотреть еще на логистику очень внимательно, потому что наличие объектов размещения, с объектами показа у вас все хорошо. Наличие объектов размещения, наличие удобной, понятной логистики и, главное, емкости ее. Вот все это об организации турпотоков. Напомню, в республике этим летом ожидается рост туристического потока. Только Козьмодемьянск за период навигации планируют принять 250 теплоходов. Здесь строится причал для речных судов. Работы завершатся в ноябре. Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность, расширить речные перевозки и увеличить количество рейсов.